Новый взгляд на экономику. Столица Казахстана, Астана, готовится принять форум «Евразийская неделя». Он пройдет с 24 по 26 августа в рамках Всемирной выставки «Экспо-2017». Заявки на участие уже составили предприниматели и чиновники из 35 государств, в том числе из стран БРИКС. Основная цель форума – это обсуждение актуальных прикладных вопросов экономического развития в условиях глобальных вызовов, углубление интеграции Союза и создание инструментов поддержки экспорта и кооперации. Евразийская неделя – это 30 дискуссионных площадок по 13 отраслям экономики, 250 экспертов из 17 стран, которые готовы ответить на любые вопросы представителей как крупного, так и малого бизнеса. Основные темы – это конкурентоспособность в современных реалиях, свободное движение товаров, услуг и капитала на пространстве Евразийского экономического союза, соблюдение национальных интересов стран-участниц, формирование общего финансового рынка и многое другое. Также организаторы форума анонсировали проведение биржи субконтрактов и фестиваля профессий. Искренне верю, что действительно мероприятия, которые мы запланировали как в рамках деловой программы, так и в рамках выставочной программы, они действительно будут интересными, познавательными, оставят не только след в душе, но и какую-то практическую пользу. Мы, по крайней мере, для этого делаем и будем делать все от нас зависящее, поэтому приглашаю всех посетить Евразийскую неделю. Идея проведения подобного мероприятия – это инициатива 5 премьер-министров стран-участниц Евразийского экономического союза – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. Первый форум состоялся в прошлом году в Москве и собрал на своих площадках более 2000 человек. В этом году организаторы ожидают со стороны предпринимателей еще большего интереса. Ведь Евразийская неделя – это уже зарекомендовавший себя трамплин для новых возможностей и взаимовыгодных контрактов.